Указом президента Владимира Путина в силу вступает полный запрет на поставку из этих стран говядины, свинины, овощей, фруктов, рыбы и молочной продукции. По мнению Александра Ткачева, отсутствие продуктов из Европы и Америки на местных прилавках никак не скажется на жителях Кубани, так как регион не испытывает зависимости от импортных продуктов. Кубани, безусловно, приветствует решение президента. Конечно, импортозамещение подстегнет развитие российского ПК. Я считаю, что все эти разговоры про дефицит сырья для изготовления готовой продукции, дефицит овощей, фруктов, не больше, чем обыкновенный шантаж. Это говорит о том, что наши соседи в Европе вообще слабо себе представляют, как и чем живет наша страна. Я уже не говорю про американцев. Таким образом, по мнению Ткачева, введенные санкции позволят расчистить полки магазинов для кубанских производителей, что положительно скажется не только на развитии агропромышленного комплекса, но и на удовлетворении покупательского спроса, так как жители края уже давно отдали предпочтение местным кубанским продуктам.